Алматинский зоопарк вскоре преобразится. Он станет комфортнее для посещения и уютнее для обитания. Здесь планируют реконструировать аквариум, в котором появится акула и новые виды других рыб. На это уже выделили 55 миллионов тенге. Еще здесь построят современные вольеры и павильоны европейского стандарта для барсов, тигров, волков и медведей. Для этого уже отобрали участок в 700 соток. Грандиозные планы здесь планируют воплотить в жизнь за счет спонсорских средств. Ну, в зоопарке мы планируем построить вольер для медведей и волков. Затем уже начата реконструкция аквариума. Затем ведется строительство вольера для сурикатов. Ну и также вот и другие работы. После гибели тигрицы Куралай, что вызвало неоднозначную реакцию алматинцев, руководство зоопарка решило приобрести нового тигра. Самку из семейства кошачьих привезут сюда уже осенью. Сейчас ведутся переговоры. Всего в зоопарке обитают более 5000 видов особей. За последние 5 лет погибло 570 различных животных. По мнению специалистов, это естественный процесс для любого зоопарка. При этом зоологи уверяют, что за каждой особью здесь ухаживают и следят за здоровьем. За каждым животным ведется пристальное внимание, потому что есть смотрители, которые непосредственно ухаживают за данным животным. Затем есть зоотехник, который контролирует кормление и содержание за этим животным. Есть заведующие секции, есть ветеринарные врачи. Ну, в конце концов, и администрация зоопарка есть. Поэтому и охрана у нас тут же также при любом каком-то случае они сразу сообщают. Поэтому внимание самое пристальное. Ежегодно на нужды зоопарка из бюджета выделяют свыше 300 миллионов тенге. Почти столько же поступает доходов. Ожидается, что после реконструкции зоопарка его передадут в ведение управления сельского хозяйства. Сейчас его курирует управление культуры и спорта. Ильза Такчурина, Мирбулат Кусаинов, Валерий Таубалдиев, телеканал Алматы.